Последний из пророков Ветхого Завета Малахия пророчествовал о явлении Христа такими словами: «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангела Завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф». Дальше пророк указывает, что грядущий будет делать, когда он явится, и кто выдержит день пришествия его, и кто устоит, когда он явится, ибо он как огонь расплавляющий и как щелок очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия, и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде». Когда исполнилось это пророчество, и пришел ангел, то есть предвестник Господний Иоанн Креститель, то он, объявляя явление Христово, говорил: «Уже секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаянию, но идущий за мною сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». То, что говорил пророк Малахи, что будет делать грядущий Мессия, когда он придет, подтверждает Иоанн Креститель. Малахия говорит, что он сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия, и переплавит их, как золото и как серебро. А Иоанн Креститель говорит: «Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Дорогие друзья, мы можем с совершенной уверенностью сказать, что приход Христа в жизни человека всегда сопровождается огнем. Он будет крестить не только Духом Святым, но и огнем. Когда Дух Святой вселяется в омытой кровью душе человеческой, и он в ней находит пристанище свое, то сразу же он начинает переплавлять и очищать свое серебро. Он в милости своей приходит к нам с тем, чтобы сделать нас чистыми, а не как иначе, ибо высшая степень благодати – это избавление от греха. И наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Христос так возлюбил свою церковь, что он ее представит себе славною церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но святой и непорочной. В этом и является доказательство его любви, что он ее крестит огнем Духа Святого. Истинная верная любовь не та, которая снисхождением смотрит на недостатки любимого и их извиняет в нем, нет, но та любовь совершенна, которая ищет чистоту и святость в своем возлюбленном. Он с тем приходит, чтобы отделить серебро и золото от примеси и всего свинцового. Он ищет чистое серебро, и ничто другое, как любовь, заставляет его переплавлять его в огне, ибо огонь только в состоянии истребить нежелаемое. «Всякую ветвь, — говорит Христос, — приносящую плод, Отец мой очищает, чтобы более принесла плода». Итак, если кто-нибудь из моих слушателей ищет Господа, вы хотите, чтобы Он вселился в ваше сердце, поймите, что это значит. Он иначе не придет, как с огнем. Он крестит вас не только Духом Святым, но Он вас крестит и огнем. Он придет, чтобы сжечь изгорь гордости, ветхие лоскутки собственной праведности, пожелтевшие листья пустой исповеди, тернии несдержанного характера, горький корень ненависти, все это он предаст огненному истреблению. Мой друг, не ожидай, что Христос придет и спасет тебя в грехах твоих, никогда. Он придет только с тем условием, чтобы спасти нас от грехов наших. Если ты принимаешь Христа как своего личного спасителя, то помни, что ты его принимаешь так же и как огонь поедающий, ибо приходит Он к нам с тем, чтобы очистить нас от грехов наших.
Сегодня в нашем разборе поразмыслим с вами об этом именно служении нашего Господа в жизни чада Его, выраженное словами пророка Малахи: «И сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Леви, и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде». В первую очередь, заметьте, кто этот, который сидит и переплавляет и очищает свое серебро. Затем обратим внимание на тех, которых он так расплавляет. И, наконец, какова его цель – подвергать серебро свое к расплавлению? Кто он, который сидит и переплавляет и очищает свое серебро? Дорогие мои, это никто иной, как сам Господь. Я не считаю лишним это повторить, и притом следовало бы много раз сказать эту чудную истину, что именно Господь является этим плавальщиком. Господь расплавляет своих детей в печах самого различного рода. Вспомним Иова многострадального, в каких только всевозможных печах не подвергался он. И заметьте, что поджигал их никто иной, как враг, дьявол. Однако интенсивность и силу огня были всегда под контролем Господним. Дьявол не мог коснуться ни одного волоска на голове Иова, и не мог он тронуть ни одного животного стойлах его, разве по разрешению Всемогущего. То же самое мы видим в случае с учениками. Как сатана должен был сперва получить разрешение у Господа перед тем, как он мог рассеять их, как пшеницу. «Симон, Симон, — говорит Христос Петру, — се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев своих». Итак, мы можем сказать, что огонь, которым Господь расплавляет нас, под полным Его контролем. Ничто и никто не может нас коснуться без Его ведома и разрешения. Слава Ему за это! О, дорогие мои, пусть это будет нашим утешением. Когда кажется, что печь закалена 7 раз сильнее, чем обыкновенно, будем знать, что огонь истребит только то, что неугодное ему, как было с 3 юношами, которые отказались поклоняться Навуходоносорскому истукану и которые были брошены в печь. Сгорели только связывающие их веревки, а на них не было даже запаха от огня. Но вы спрашиваете, как может Господь сидеть и видеть страдания своих детей? Неверие подсказывает, он равнодушен к страданиям нашим, ему видно все равно. Как часто мы взывали к нему, когда волны немилосердно били нашу ладью, кругом темно, а он спал в лодке. «Учитель, неужели тебе нет нужды, что мы погибаем?» И не раз он вставал и запрещал ветру, и ветер утихал, и делалась великая тишина. Но, возлюбленный, тем же самым он должен был упрекнуть нас за нашу боязливость и наше неверие. Да, буря-то утихла, но нашей молитвой о избавлении от ней мы не дали буре совершить свое расплавляющее действие в нашей жизни. Поэтому, дорогие мои, если, взывая к Нему, Он нами как будто пренебрегает и не обращает внимания на наших слез, то примем это не как знак отказа, но как знак Его доверия к нам. Пожалуй, из всех испытаний самым тяжелым является время ожидания. Скажите, какая польза ускорять то, что Бог считает нужным замедлять? У Него есть причина, почему Он замедляет. Поверьте, что то, что нам кажется замедлением, Бог не считает таковым. Зачем тогда плакать, что мы не можем опередить Бога? Вера проявляется именно в умении ходить рука в руку с Ним, а не бегать вперед. Об Енохе сказано, что он ходил с Богом. То же самое можно сказать и о Моисее. После 40-летнего пребывания в пустыне Моисея явился ангел Господен в пламени горящем тернового куста, в котором он услышал глас Господень. Подумайте, 40 лет он был в ожидании этого голоса, слова от Господа.
Не думайте, что это время ожидания было потерянным временем и что Бог в течение него ничего не делал. Нам не всегда дано знать и видеть действие Божие. Весь, что Он свое дело совершает в это время ожидания и тишины. Эти 40 лет были временем подготовки к исполнению великой задачи. Оно было длительным, но это не значило, что Бог в это время в ожидании был бездейственным. Нет, Он подготовляет свое орудие, приводит полную зрелость наши силы, и в назначенный час мы явимся способными к исполнению назначенной для нас задачи. Самым убедительным примером этого божественного метода является наш дорогой Спаситель, который оставался скрытым в течение целых 30 лет до своего явления народу. О, если мы могли бы действительно верить тому, что Бог не тратит времени и что Он не торопится, но берет многие годы с теми, которых Он намерен употреблять для Своей славы. Текст наш говорит: Он сядет переплавлять и очищать серебро. Не сказано, что Он стоит, или что Он ходит взад и вперед, как будто Он торопится, чтобы быстрее переплавление сделало свое дело. Нет, Он сидит, зная, что это дело, требующее время, не часа или дня или месяца, но процесс, который продолжится до того, пока Он не совершит свое дело. Внезапный острый удар легче перенести, чем длительное, томительное горе, тянущееся из года в год, изо дня в день, беспросветно и безнадежно. Так оно, по крайней мере, кажется нам. Да, Он сядет переплавлять и очищать серебро, и Он знает надлежащее время, и как верный мастер золотых дел, Он тогда остановит пламя, как только увидит свое изображение в расплавленном металле. Для тебя, мой дорогой друг, может быть сейчас сокрытым его чудный план, к которому он тебя ведет. Но вера — это оставаться в спокойствии и знать, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Такая вера будет вознаграждена. Возьмем добрый пример Иосифа, который прилагал больше внимания к восприятию уроков, преподаваемых ему в школе страдания, нежели нетерпеливому беспокойству о часе избавления от них. Будем, возлюбленные, верить, что Богу известны все наши недостатки, все то, что мешает быть более плодовитым в Его служении, и что Он знает, какая печь и какая сила огня необходимы, чтобы нас расплавить. Поэтому не будем забегать вперед, а будем терпеливо ожидать назначенный Богом срок для нашего расплавления. Теперь заметьте, что дальше говорит наш текст. Он нам говорит о том, кого Бог подвергает к расплавлению и к очищению. И очистит сынов Леви и переплавит их. Кого Он переплавляет и очищает? Сынов Леви. Левиты принадлежали к тому племени, которое Бог избрал для исключительного служения в храме Господнем. У Господа свой народ, который является Его уделом, который Он купил драгоценной ценою, кровью Своею. О них апостол Петр говорит: «Вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Да, каждое искупленное чадо Божие является царственным священством. Их Он взял в удел, и их Он очистит. Он очистит сынов Леви и переплавит их. Самое лучшее, свое любимое, избранное, истинное серебро и золото Он очищает. Их Он очистит. Если ты в этом огненном горниле, то ободрись, мой друг, ты его драгоценность. Он наделил тебя любовью Своею, и если ты не был бы Его собственностью, то Он не расплавлял бы тебя, как серебро. Но ты говоришь: если я омыт кровью Иисуса Христа, то зачем мне еще быть расплавленным в огне? Кровь Иисуса Христа тебя омыла от вины греха, освободила от власти греха и представила тебя оправданным перед Богом.
Кровь Иисуса Христа является жертвой умилостивления за грех, который требует правосудия Божия. Огонь же переплавляет и очищает, сжигая элементы ветхого человека. Об Иове сказано, что он был человеком непорочным, справедливым и богобоязненным и удаляющимся от зла. И тем не менее, только после огненного испытания мог он сказать: «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Отчего ему надо было отречься? От самого себя, от властного «я». И это совершило огненное испытание. На последней странице Библии мы читаем такие слова: «Праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще». И, наконец, заметьте третью мысль, изложенную в нашем тексте. Она говорит о цели очищения и расплавления сынов Леви, то есть детей Божьих, чтобы приносили жертву Господу в правде. Да, возлюбленные, в этом и есть великая милость Божия, что все содействует нашей жизни ко благу. Человек, не прошедший горнило испытания, не может приносить жертву Господу в правде. Само слово «жертва» говорит нам, что оно что-то стоит. Огонь Божий, как плуг, выворачивающий под почву души, чтобы сделать ее способной принести более богатый урожай. Бог не может в большой мере употребить человека, пока не испепелит в нем негодные. Иосиф пережил больше горя, чем все остальные сыны Иакова. Но этот огненный путь привел его к месту служения, где он мог обеспечить хлебом целые народы. О нем сказано: «Иосиф – отрасль плодоносного дерева над источниками, ветви его простираются над стеною». Рассказывает, как в одном наводнении погибли дом и мельница одного бедняка. Все, что он имел, пропало в течение нескольких мгновений. Воды смыли все, что он имел. Но когда убыли воды, стояв в полном отчаянии и сокрушенным сердцем, сетуя о своем горе, бедняк вдруг увидел нечто блестящее на обмытом берегу реки. «Смотри!» — кричит он жене. «Золото!» И на самом деле это оказалось золото. Горе, лишившее его всего имущества и приведшее его к полной нищете, послужило к его обогащению. Так бывает с чадом Божьим. В его жизни все содействует ко благу, и благо — это очищенное золото, в котором наш плавальщик видит отражение своего лица на расплавленном металле. Поэтому, возлюбленные, как мы говорили не раз, нельзя читать 28 стих 8 главы послания к римлянам, не включив 29 стих, ибо он говорит нам, в чем заключается это благо, которому все в жизни христианина содействует. Быть подобными образу Сына Божия. Для этого плавильщик расплавляет свое золото, чтобы отделить всякую примесь, не дающую отразить его лик. Братья и сестры, принесем ему сейчас жертвы хвалы уст наших, прославляющих имя его. Не будем чуждаться огненного испытания, нам посылаемого, как приключение для нас странного, но будем благодарить Господа за них, зная, что испытанная вера наша окажется драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе явления Иисуса Христа. Благодарение нашему Господу. Это слово Господь положил мне на сердце сказать вам, любящим Господа. Но те среди моих слушателей, которые еще не познали Христа как Спасителя и Избавителя, вы не можете видеть никакого смысла в постигших вас горе и испытания. О, примите его, дайте ему войти в ваше сердце, и с ним каждое горе, каждая потеря, каждая боль, прикасающаяся вас, будет иметь смысл, и вы можете быть уверены, что они будут содействовать и вам ко благу вашему. Сегодня он нежно стучит в ваше сердце и ожидает вашего ответа.